Добрый день, дорогие друзья! Существует много разных способов, как привязать крючок к леске. И один из этих способов — воспользоваться узлом Dropper Loop и узлом Palomar. Для начала нужно взять леску и сделать узел Dropper Loop. Берем леску, делаем обычную петельку, прихватываем на месте пересечения и нужно обернуть леску вокруг места этого пересечения раза 8. Затем центр прихватываем за центр этой петли, которую мы оборачивали вокруг места пересечения двух лесок, и проведем через эти две лески, находящиеся на месте пересечения. Открываем ушко на месте пересечения и проводим эту леску через нее. Вот так. Затем нужно стянуть основную леску по сторонам, чтобы узел у нас получился. Так, у нас получается узел Dropper Loop. Теперь нужно привязать крючок при помощи узла Palomar к леске. В данном случае крючок с ушком для этого узла. Но можно воспользоваться другими узлами, если у вас будет не ушко на конце крючка, а лопаточка. В том случае можно будет срезать с одной стороны эту часть лески, то есть от основания, так чтобы она раскрылась и стала длиннее, и вы привязали бы другим методом крючок с лопаточкой. Но в данном случае мы воспользуемся таким крючком и используем узел Palomar. Что нужно сделать? Провести нашу петельку через ушко крючка. Так. Затем поставить узел провели через ушко крючка нашу леску, затем делаем узел вот так и конец этой лески проводим через, то есть крючок проводим через конец этой лески. Так, чтобы он прошел полностью, и в конце мы бы затянули узел
на ушки крючка. Вот так. Затянули. И получилось у нас вот что. Вот таким вот методом легко и быстро можно привязать крючок к леске. Спасибо за просмотр. Пишите в комментах и ставьте лайки.